Привет, друзья! Я сегодня сделала вот такую вот подделку. Смотрите, здесь морская звезда, а здесь цветок в форме шишечки. Называется он дрожь. Вот этот цветок называется брошь. А вот это на звезде, ну, там, где звезда лежит, это камушек. Вот это разноцветные, другие. Вот это черный. Знаете, еще здесь две улиточки, одна белая, другая коричневая. А еще разные ракушки. Мы еще вот здесь водоросли нарисовали, но сначала надо нарисовать синий контур. Потом вот такие вот кругляшки нарисовать, а это будет воздух рыб. А они держатся на ушных палочках. Вот это мне нравится больше, а вот это... Ну, я сделала. Вот это моя мама, это я. Пишите в комментариях, у кого лучше рыба. Как, ну, у меня день прошел хорошо в школе. Я никого не обижала, не била, в обиду себя не давала. Я еще писала на уроках в письме, кто будет... королева или королем письма. Итак, по каждой книжке мы будем выбирать короля. Но на каждой странице, там, где есть математика, и мне там всегда ставят молодец, хорошо и отлично. Ну, скажите, как у вас оценки вам учитель ставит? Мне одни пятерки по математике. А вам стучки ставят или солнышки? Пишите в комментариях. И всем пока-пока. Ставьте лайки.